шо, валим отсюда. Сейчас чуть-чуть ВТБ заснимем. Будем тушить фару. Руки мерзнуть. Интересно, где тут палка? Вообще тут. Запускаешь видео и все. Экранчик чистый. Ай, дубарь. Жесть. Если охранники наедут, тогда и выключу все так. Думаю, в будние дни будет мало людей. Бухлишка. Я в завязке. Не употребляем в данный момент. Это вареники прикольные, но они сейчас без акций. Сейчас, короче, что-то купим, я отключусь. Хочу заранее вам побажати не болеть и мирного неба. Бо вчора я, наверное, вам ничего хорошего не побажав, забувся. Может, сыра добрать пару кусков? Эта рыбка прикольна. Коли стоит 48 гривен. А сейчас не прикольно, по 68. И вот это пельмени детские, бомбезные, добрые. А это со шляпа, наверное, консервно. Ну, вот это пельмени непогані. 100%. Неизвестно чего, просто 100%. А, и сосиски. Вот эти сосиски понравились. Коли вони тоже по акции. Не на польский. Хер, короче. Попробуйте, дуже вкусно. Вот эти еще не пробовал, надо будет попробовать. Пивасик по 40. Зимой дороже плачу, чем летом. Чинюшку.
шнырі. Треба, що то солоденьке купити собі. Гривень були ці всі акції, вже все, по 43. Я вважаю, що це не акція 43 гривася, по карточці 41. Так реально, по 27, ну так, куди не йшло. От це ще можна взяти, це нормально, 37,91. Зараз може моя мадам захоче шоколадку взяти. Макарони цілкує. Кришка. Ось моя любима водка. Ну, не любима ціна. По 98 прикольно її взяти. Так, зараз буду тушити, наверное, фари, бо щось уже